В сети. Говорю, Вспомнил раньше. перезахожу. Хорошо. Вообще, пока ты расскажешь, я там 2-3 дона включу, которые адекватные мне надо. Короче, все как обычно. Сначала бьете трэш первый, потом бегаете за чуваком, на себя его кину. Задача. Когда все бегут, вы нажимаете кнопки, которые я говорю, и слушайте меня, и бежите за всей пачкой. Встали, умерли, скажем так, ваша ошибка. Дальше. Первый босс, ваша задача. Набрали рейндж 12, смотрите статический заряд. Это уешка, которая бьет вас и всех вокруг. Вешает дебаф, который стакается и получаем урон увеличивает. Второй каст — это буря. На буре ваша задача к таймеру бури уже бежать в мирезону. То есть таймер бури подходит, осталось 3 секунды, все РДД сбежались в мили. За этим не буду смотреть, вы это все сами должны делать. Дальше. Первого босса убили, утонули в сундуке, отказались от лута, упали ебалом в пол. Резнулись, побежали за черепком снова. Встали, добежали до медведя, то же самое, поджимали СС и шкафы, посумонили, все хорошо. Начали бить босса. На боссе два танка. У нас это кто там, ДК и воет, я так понимаю. Женек танк же, нет, да, нет, нет, нет. Дальше. Второй босс, два танка. Бьете босса, все, что вам надо знать, это один из локов должен стоять дальше всего рейда. Не отлетите в трэш, и все будет хорошо. Хилами дается сало иногда прокачивать. Ваша задача быстро поднимать танков именно. Там очень хорошо надо их прохиливать. Мы вынести уже, если что, Доксиона. Остался ты и второй лоб. Ну, ты объясняешь пока, ну, в этом ничего Что такого нет. вы у входа стоите? Стоите. Они сосут. Рыбу бафнуться туда-сюда. Дальше. Второго босса убили, то же самое, ебалом в пол, ничего сложного. Самое сложное, третья перебежка, мы добегаем до Джиналая почти, ой, до Малакраса, там до лестницы, то же самое, бежите за черепом, след в след, и все будет у вас хорошо. Добежали, сели, там, поели, попили, бафнулись, добегаем до островка следующего. На острове то же самое, ебалом в пол упали, все окей. Потом бежали до острова, ребафнулись, то же самое, поднялись, и последняя перебежка до Халази. На Халазе задача РДД не сагрить лишнего трэша, нормально поставить босса, убивать тотемы. Приоритет убийства на Халазе — тотем, потом рысь, потом босс. Именно в таком порядке. Кливать на Халазе бесполезно абсолютно. Женек танчит, да? Воет, я не знаю, это у нас МТ походу. А чё, женек ничего, да? Женек, не Ну, знаю, это как бы танк, не я танк. не против, только ебучий омен откройте нахуй и бейте только тогда, когда там пиздец. Ну, понимаете, да, в чем я, блядь? Потому что это чревато вайпом, нахуй. Я, ну, не гарантирую, блядь, реакция есть, нахуй. Извиняюсь, перебиваю там вся хуйня, за вами смотрите, да. Есть у кого дживс, надо, блядь, починиться, типа, что всем, и плюс этот. Скажи, реги купите, кто-то мне. Поставлю. Купите реги мне, пожалуйста, я сейчас линкану, потому что у меня аккаунт не подтвержденный. У меня лагает или ты Леонид, потому лагаешь? что у меня... Да, Свеча. возможно, я лагаю. Купи. Я свечки закидывал в ГБ. Я не могу их брать. У меня аккаунт. Отойди из этого ГБ или что там все. Все, Я спасибо. понял. Все, спасибо. Надеюсь, починились. Не будет больше ничего. Давайте. Какой из танка хули. Ты спикнулся? Ты МТ, я вот Т хули. Бейся рейд, как говорится. Ничего, пройдется все А нахуй. у Главное. Женька же танк был, не? Да нахуй надо, это пускай подамажит.
Готовность на пол. Готовы. Запускаю. Идешь вниз, мелких соберешь, я двух тебе больших заберу. СС вам озвучил. Все озвучу. Слушайте, все будет хорошо. Побейте в барабан кто-нибудь. Это припоты сейчас нужны. Дайте обмен по той чипку. Готовились. Так, ты тех, которых сверху, да? Бдилка у тебя на ком? Надо каженьки. Все, побежали, побежали. Что стоим? Куэрды дать куярит, быстрее. Копеченко, куярить. Поэт лет сойдет, Андрю. Все, сели на маунта быстрее. Все, будешь обходовать танков и убегать в самое начало. Иона по себе дал СС, больше ССов не даем. Если что, войд нажмешь диван. Я бегу первый, за мной бежит Женек. Женек один танкошмот, поставь простойку.
приказа хил, приготовились хотать по вару. Я побегу первый. 3, 2, 1. Я первый, секундочку. Понеслась. Я, если можешь, нажми. Внимание, тут вот по... За Машей ломанулись. Я вроде пробежал, главное, чтобы локи пробежали. Локи пробежали, так все, он тут, СС висит. Все, ебалом в пол упали. Паша, тоже умирай. Кого-нибудь там быстро. Так все, на, готовься вставать в мостре с Кастей. И сразу шкаф. Вставай. Кастимосрез. Кастимосрез и сразу шкаф. Идите сразу Машу, потом только идите. Надеюсь, у кого-то есть или нет? Гастова тоже сумонти, Маша, у тебя гро висит какое-то непонятное. Тыкнется быстрее. Сели, поели, напоминаю, держите рейндж 12, сбегаетесь под тайминг бури. Все, что вам надо знать. Топем на природу с бета-тестера. Мастерски не ставлю тогда? Ставишь. Ну так готов. Это не тот же. Я говорю, нет, не ставишь. А, ну сори. Готовы, приготовились пулить. 3, 2, 1, понеслась. Может, Еру? Сейчас. Ты первая буря нашла. Готовились, буря 7 секунд, скоро будем сбегаться. Все, сбежались. Влад далеко, впереди на мою сторону сюда. На светлую сторону, блядь, добра. Геру. Нет? Геру, да. Вам, блять, анонсить каждую бурю, когда сбегаться, когда разбегаться. Буря закончилась, вы съебались в миллизон. 3 секунды до бури, вы уже подбежали в миллизоне, стоите. Я тебя здесь тренирую.
принципе, есть один сальво по мне. Что я все. Близко к вою. Дальше. На шахлоге 300 капель. Их кидает никогда хоть. 4 на. Давайте разойтись, блять, на рейндж. Лов касается, ДДшник. Ай, должны вообще почти подмели. Чтобы всех доставать хилить. Шишелон не достаю хилить, короче. Да ты не могу вообще. Подойти к тебе тоже не могу. Вот зайди, блядь, в сторону танка. Я его, блин, вижу. Я его вижу. Буря, сбежались. У нас нет. Туда. Чего нету? Гов, блять! Что ты пропадаешь? У всех он пропадает? Да. Эти все. Может, ты кнопку нажимаешь и пропадает часть слов? У меня интернет. Уже. Еще и Беларусь. Мира. Тут отказывайтесь. Я могу уже вставать, правильно? Да, выходите из тела, умирайте. Откажитесь от лута, главное, быстро только. Все, умерли все быстро. Очень хороший выплат, он на ретрика бетсеплюс. Все, все вышли из тела, шли в инст, треснулись. Че в ком бежим? Так, сейчас ты спекаешься в танках, потому что меня распидорасит там. Да, 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 ты. Там медведя, да, будет бежать? Фига ты, за черепком побежали аккуратно, по краю. Ты будешь обычной формой. У тебя ретрик мейн или кто? У меня ретрик. Вперед, стражники! Локсар с вами умри. Локсар, умри. Быстрее. Быстрее умри. Ону тоже умри. Хайп тоже умри. Бэти кресни их. Готовились бежать, одели тонко шмот, пекнулись в танках. Накинули СС Дексиона на себя, и если что, от диван дошвоет. У меня еще КД, у шачелона есть. Хорошо, шачелон на себя накинь. Я просили уходить. Дайте все бафы на ХП, которые есть. Быстрее так.
Я готов сейчас. Все, все готовы. Приготовились бежать. 3, 2, 1. Летели за черепком, Маша обхотала, убежала. Стражники, не мешкайте. Кого вы боитесь больше? Стражники, отправляйтесь туда и принесите мне их головы. Жми диван в кого-нибудь из локов, на всякий случай. У меня мозг. Остальные зашли, умерли об мобов. Мое терпение на исходе. Они слишком далеко от стоимой пачки. Лаксар, Бексиона. Умирать тоже. Не умирая, а реснишь. Вот это то. Тона, снимай ресы. Там что-то стоит, хуета какая-то, идол. Нормально, ресы. Сразу потом в шкаф поставишь. Приняли рез. Ставили, дали рыбу. Тут Сагро. Тут Сагро лучше минуту покурите, блять. Отвечаю нахуй. Если вы тут будете падать, сейчас мы проебем нахуй. Надеюсь, что Женек наберет огромный вместо тебя нормально. Берет первую форму. Так я не про босса, я про вот этот трэш. У них одинаковое количество хп, пускай будет танчит медведя, а, блядь, ДК наберет агрос себе спокойно на обычной форме, да и все. Я про босса не беспокоюсь, это одна цель. Я говорю про вот этот трэш, нахуй, тут осторожнее будьте. Хорошо, дайте рыбу, у кого там есть или нет. Иди. Пожрали. Еще лапку кинешь, как поешь. Все, все, тут первые целители отлетают, тотемы тоже первые. Сначала тотемы, потом целители. Поехали, ДК и сейчас. Вот. Стойте, курите прям, ждите нас. Прохил только дайте по войду. Женек, не подходи туда. Не подходи туда, вернись, блядь, сюда. Прохильте. Как нас? Угасная, кажется, походу. Вылетим. Потейте. Черепу, только по черепу. Бэтик, если что, помогай подхиливать. Да не надо, мне все нормально. Вернул. Под мордой не стойте, выйдите. Нет, если подъебало. Парик. Ченки заехали. Это медведи так стоят, его. Забери на себя медведя. Шинек, забери на себя целителя. И подведи его. Тотем убейте, черепок поставил в РДД. Шинек, забери целителя и печенку отведи в РДД зону к нам. Меня Андрей, если тут. Здравствуйте, ребята. Не вовремя. Вовремя, да. По черепу на 30% даже ходишь по нему. Ты хочешь нажимать? Май. Диминишн был. На магии этот. Вот поэтому играйте черри поставил. Кто-то станил, да. Ну что диминишн будет. Когда скажу, жмешь deep freeze. А до этого не жми. С нами нет.
Пускай, я так скажу, пускай Женек обычную танчит, а я спокойно медведя потанчу. Хорошо, тресите меня. И агро нормально будет. На рыбу. Кушай, кушай, я пока это порезну лес. На рыбу надо. На рыбу поставил. Рыбу. Последняя рыба. Добав и лапку. Ребята, я хотел вас спросить, вы случайно ИК не будете допроносить вчера с вами? Нет, не будем. Ясно, все, понял, спасибо. ЛК уже убили, друг. А, закончили, все понял. Убили, да. Готовность, на полу поехали. Так, Женек. А природа нужна-то там? Нет, не надо. Все готовы, поехали, запускай. Давай, Женек, прямо путь босса и ставь крестик. Крестик только прием его. Все, хорошо, начали бить. И набираем максимально агро. Пистолет. Где Сарва ебанул? Женек, возьмись вот. Ладно. На 50 отдал. Женек, не забирай с него. Не бей, пока он танчит. Женек, блять. Не бей, пока он танчит. Вот. Забирай. Сука, когда медведя я забрал, стопай автоатаку, ЛПшки стопай, рунический стопай. Ты опрос с меня срываешь, без танка забираешь, блядь. Так, сейчас пока все спокойно, Геру когда даем? Ой, бой, next даю, короче, зубы, или ты сам? Я Гера. Я скажу. Желтый побьют, жалей, да? Тебе никого не надо. На 50 дал. Кончилось 50 на 50. Зубы, кстати, тоже агро снижают. Чувствую.
Ну я зубы ни разу не давал. Вся полтос будет или нет? Нет. Сало пройдет. Давай, как удобно, зубы. Через пару секунд. Ключ отдам. Забрал жену? Женек, выбери. Где прием? Блять, Женек. Блять, дашь по себе блок, короче, потом скинешь. Да, я жму, он забирает. Вот, теперь забрал. На тебе дота висит, блин? Так, дот никаких не висит. Нормально, забрал. Все, окей. 50-50 есть похуй. Такая друг в друга, а не куда-то там в сторону. Ну, последний раз уже добьешь. Пивом не порезал. Дал полтинник. Там уж 6 баунта дать-то. Да не, похуй. Отказывайтесь. Изи. Буду ждать вас вдруг. Так, что там? Хоста нахуй. Ой, бать, полис. Давайте быстрее от лута. И умирайте. Ва, еще одна. Три шмотки. Все, умерли. Сейчас сдохнем. Встали из тела. Не войдите мобу, подойдите прям в упор, пожалуйста. Убой, Женек умирает. Женек, все, вышли из тела. Пока не спекаешься в ДД, Женек. Че там бафы на ХП? Пробивали ДК. Заебись, все было охуенно. Просто я пиздец как редко танчу нахуй. Ехали дальше. Раз в месяц, блядь. За черепком. Поехали. У меня какой-то эксперимент 4-4 над руля работать перестала. На разрушку. Попробуй логнись. Сними один заново. И это логнись. Даже нет, не релогнись, а альт F4. Если, нет, если плюс-минус босс быстро заходит, то альтов 4. Да, но это уже перед боссом. Не надо. Т9, ебать. Да ничего, Леугас и так похиль, там еще хилить будет. Да, Т9 лучше. Ну, да, я помню, там на рысе. Мы с Чайпком пробежали, все тут топ-хайп, Женек, Шатлон. Так, это свобода у тебя есть? У меня свободы нету. А, нету. Блядь. Кому свободу? Быстро просто. Войду. Поеду и то я дайте. Мне дайте обмен. Так, взял. Да, я войду скинул. Одну штучку дай. Ладно, 8. А раскидайтесь. Так, приготовились. Сейчас будем пробегать. Войд, сейчас нажмешь на себя фридом без поушена. Кто из вас кидает из локов? Никто. А. Кинь пока. Сейчас еще раз. Нет, стой, Дексиона кинь на... Сейчас скажу. На бета-тестера. Да. У второго лока где-то... Если таргетно будешь это срезать, обход или танков, обход или Женька, Воида и меня. Воид, сейчас кинешь по мне фридом, я побегу первый. Ход и накидали, приготовились. Дай фридом. И на маунт садись. Побежали. Бегай там.
Бежим, бежим, бежим. Или хождение по воде дали, добежали до острова. Главное лог и бета-тестер. Все. До острова добегите, главное. СС есть там? Да, СС есть. Умрите там как-нибудь, я не знаю. А на ком СС, что-то не вижу. Тестер, тестер. Тестер реса и фугасного и войда первыми. Сейчас они доплывут до нас, убьют нас. Главное это сделать. Стена. Андрюха, ты сможешь запулить босса так, чтобы не сагрипаешь? А что там сделать? Да, да. Ну типа он, типа, короче, он нас запулит, он нас запулит, запулит, она подойдет со мной и запулит. Хорошо. Лежа. Маша, ты уже встала, да? Хорошо. Все, вставай на бета-тестер. Резайся. Резайте всех. Фугасного, потом Воида, потом Дексиону и ставите шкаф. Так, приготовьте тоже рыбу там, когда у меня нету просто с собой никакой нахуй рыбы тут. Уже кончилось. Ставь шкаф и суммоньте Тоя, Ону. Ону, у тебя на панели есть этот ветер... Как называется, блядь? У друида это лапка, блядь. Волшебный огонь. Волшебный огонь. На панели оставь, пожалуйста. Да, есть. Ну вот. Ай. Какой у тебя состыль? Тикайте. Тикайте во второй тоже сумон. Я тою сумон. Лапку, стамину туда-сюда. Нажми этот. Я по воде. Не чипку быстрее. Обхотываешь этот фугасный тоже обхотываешь, дали СС на себя Локи, у кого остается, Шакон остался вроде. Шакон по себе СС даешь, Войд, если что, диван жмешь. Напоминаю, там кривая лестница, по ней можно пройти только слева. Ой, поворот, это комната с боссом. Там первый поворот, это тупик. Приготовились бежать. Даю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ачивку. Вот еще висят, это хорошо. Ачивку. Лестница кривая, напоминаю. И второй поворот в комнате. Завернули комнату. Так, кому диван? Все, упали. По-любому кинь. Похуй. Фугасный и Дексиона умираете. А, Дексиона живой, фугасный я... умирает. Скажите, когда снимать. Так, вроде умер он. Все, да? Давай, мастерец. Красный, вставай, ты там далеко вроде. Люксар, ты красный или желтый? Только если красный. Ставьте шкаф, суммоньте меня, суммоньте фугасного. Портуйся быстро. Присуммоним. Блять, не так. Ставили гребаного живца в начале. Ну, что больше раз. Да уже похуй, типа, уже если сломанный, пускай идет сразу чиниться камнем, нахуй. Чтобы, блядь, не проебать время. Потом, блядь, хуесосить надо. Вы когда бегаете, просто шмот другой одевайте. Чтобы в нем ломаться, а не в этом шмоте. За 3-4 смерти ты не поломаешься до красного, как бы ты этого не хотел.
Так, и того, ты банить еще не сумануло, нет? Нет, не суманул. Они просто больше... Лаксар, ты тебя сумонят? Да-да-да. Я тут. Все, рыбу ставьте там, короче. Так, кто есть танчит? У кого рыба? У тебя Т4 есть? Я не... Лёг танчит и... Танк аспект вниз. Блять, ну возьми ГБ рыбу. Короче, Вань, возьми ГБ рыбу. А, блядь. Я не в гильдии. Ни у кого рыбы нету, да? Нету. Женька прохильте. Нет, я прав, блядь. Да мне тоже нету. Ну пошли, похуй. Будем так сидеть. Поебать. Как танчить? Прохильте Женька, дайте бафы быстрее. Как танчить? Я уже дал бафы свои. Чё ему танчить? Иди сюда. Женёк. Ставишь босса сюда, смотри, короче. Сейчас он ловит, ты сразу с неё снимаешь. Иди сюда, он. Короче, он сюда. Ты стоишь вот тут вот. Он ветерком бросай в него, ветерком вот эти лапки вот этой ебаной, и бежи сразу от него. Да, да, давай, шебный давай. Огонь, да, кидай. Волшебный огонь, да, в него и бежи. Таунти, босс, таунти, блядь. Все, ставка себе. Его поставь в красную ветку, отверни от рейда. В красную ветку поставь, отверни от рейда быстрее. От рейда отворачивай. Я могу встать. Давай. Вставай. Прохил. Дайте ребафы тоже. Приста баф, каска, лапка. Очень важно. Так, Т4 он первый даст, да? Скажу, через... Я скажу, когда сжать есть баллон, Женек, готовься. Можно уже. Готовьтесь ловить моба и рысь. Рысь, бьем. По рысе сыграли. Топ хайпа убило. Бэрму, да? И соберите. Дай БР по топ хайпу. На перефазах, блядь, не дамажите, короче. То бишь, когда вам озвучивают перефазу, то бишь, вы не дамажите, чтобы он не словили быстро моба. Ебаные стенки. Поешить бесполезно, бейте таргет на рысь. Ребята, я вам скажу один раз. Смотрите Woman, не торопитесь убивать рысь зерга чего-то. Если вы сорвете, мы сейчас вайпнемся, БР нет уже нахуй. Дайте время на огромное. Войд следующий твой будет. Носи. Готовьтесь стоп от ДПС. Стоп ДПС, мас сейв. Я дал уже, блядь. Я вижу все, пациент. Все, рысь забрали. Смотрите за агро аккуратно. А Т4 он зачем дал сейчас? У нас массейва нет. Кто будет просчитывать, задать все значит. Не убить не могу. Бейте тотем молнии, кто может. Тотем бейте. Надо будет просчитывать рейд, я крикну еще на хп на всякий случай. Face of Death и нажмите, у кого есть. 5%. Бьем. Self Death и нажали. И... Стопнули ДПС. Тотем надо убить, я не могу его убить. А он там на эту, на полочку поставился, поэтому его не могли убить.
тобой. Не мог биться, что я дышал. Погерит он. Сейчас перефазывает будет Гингер. Да прям сейчас там у него 25% уже осталось. Жаль Геру. Перефазу, где вы не можете сорвать агро уже физически. Было переводов там каких-то диких там подобное. Это. Казались от лута, умерли. Всякая залупа выпадала. Кольцо. Говнище. Умерли. Умерли. Казались от лута, главное. У кого там еще не отказался? О. Да я. У меня, блядь, тут все, блядь, на экране такое месиво, пиздец просто. Еще максимум одного босса успеваю. Вышли из тела. Зашли в инст. 4 сундука сделаем? Нет, конечно. Как 4 сундука надо бежать по-другому вообще, типа. Ну, программу минимум сделали, блядь, короче. Уже хоть что-то кто-то получит, ну. Как поставишь, полетишь. Диван КД есть, что там? Так что сейчас только камень. У меня 2 минуты камень еще. Ну, Лока 2 же, блин. Ну, у него 5. Минуту подожду. Чё, блин, ничего ждать не будем, поехали за мной, включи побыстрее. Этого медведя убить надо. Ну да ты, блядь, дурачок, вот я вот, кто ты побежал, блядь, под стенку, прям специально, нахуй, я метки вам поставил, ёбнись просто. Вот, я, блядь, прям видел, вот целенаправленно кто-то подбежал, короче, топорчиком налево, кто-то завернул. Либо проебался, либо специально. Это мог быть я, мы тут раз же пробегали 2 раза, давай так же, сейчас диван этот. У нас есть диван? Там что-то пару секунд осталось, 20 секунд. Сука, не пишет. Мы вот могли убить сейчас просто 2 пачки и побежать 1 раз, а не 2. Да 2 раза тоже прикольно, блядь. Добить дольше, хуй знает, чем бежать. Нормально. Ого, пускай, Ваня Реддит, пускай принимает решение, все нахуй, на этом точку. Че же, вроде КД пройдет, сейчас. О, 2 минуты было. Все, прошел диван. Кунфиксоны вроде. Так же, там, тебе же это. Только надо захилиться, так вот не бежать, мы не захилены, ни хрен будем. Короче, 2 и захилимся, я щитану и побежу нахуй. Или будем бить нахуй. Че там? Побежим. Если СС есть, фиксион. Ждем СС 15 секунд. Себя. Пять секунд. Мне на кого кидать его? СС на кого кидать? Тебя. Так, давай, я на шачлона давай кину лучше, у меня камней больше нету. Разница на кого я не смогу кидать. Поставить. Все, я на шачлона кидаю. Массе сможешь костюмить все равно. Все, я щитую, давай. Ладно, щитуй давай, готовьтесь бежать. 3, 2, 1.
понеслись за черепком, по меточкам. Вперед. Кто получил топор в голову? Они, по-моему, Смешки. Даже вчера свыделись нахуй как-то. Они сегодня не хотят. Вот раз Петя на себе держал агро, короче, он первый пробежал и этим скинул, так скажите, я скажу. Да, эльфийскую. Тотем вот этот не сагрит никого, вот это ебаная. Сагрит, вставай, лес. Нас все тут, что ли? Угу. Кайф. На шкаф не будем тратиться. Ладно, лес с второй. Так, у нас матреса нет, так что смотрите, аккуратно не приведи сейчас. Надо, да, чтобы лес забежал. Кому потом точно было? Ударили. СС, еще он. Есть диван? Да. Что значит, будешь давать диван по шашлону? Нет, не по шашлону, по бета-тестеру. Локи, вы должны добежать любой ценой, вообще не ебет как. Так, Маша, накидываешь ходок сейчас на нас, и мы побежим. Подойдите сюда поближе. Все бафы, которые есть на ФП там. Бежать. 3, 2, 1, 0. Полетели за черепком. Побегут. Должен добежать бета-тестер или любой из локов. Хоровод, 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 хоровод. Это? Да, по бета-тестеру. Умираем. Вроде изи, вроде, блядь, ничего сложного нету. Но вот так... Все, Маша, умирай и... Топ-хайп умирает. Еще не умирали. Прессы и таргет на кого можешь? Если там Войда и Шаклона. Уран, пиздится. Прессы. Кто поломанный? Кроме двух локов, можете вставать и лететь ко мне. Или Дживс есть. Если Дживс есть, напишите в чат. Все, я готов на сумон. Смотрите, пожалуйста. Еще не порезались. За камушком. Тут за камушком, если что, лежим. Не стесняйтесь, тут никого нет. Там шкаф, нажмите. Можно купить, короче, кто там пошел чиниться. Кого взять? А рыбу две штучки купить на аукционе. Я куплю. Уже перед боссом поставишь. Ты что? Мясо, это я, блин. Да, я сломал. Ты что ты? Это я закрыла дверь. Женя, микрофон офни, пожалуйста, у тебя там фон пиздец. Ну вот с открытия дверей мы тут 47 минут. Что, таймер исчез, да?
Проебали уже, да. Бля, чё они там не принимают смарт? Заебал, короче. Чё с танки стоишься? Дексиона и БТ-3. Я на лук забегал, сейчас вот почту заберу и иду. Ты в танке же. Женёк, который... Да, меня бегает. Что лагает, дала ранее ебучим. Делай как я, проси порцию трат. Этот босс самый простой, блядь. Тут только на ебаный пол смотреть. Чем ты это сказал? Короче, что надо делать на боссе? Я даю метку, ваша задача законтролить. Маша, с тебя будут корни. Вторую метку мы убьем. Там было два тролля. Одного мы в корни кидаем, второго убиваем. Дальше отпустили моба, Женек собирает мелких птенцов. Их будет там 6 или 7 пачек, твоя задача забрать их на себя. Брал на себя, льешь там моры, лужи, что хочешь делаешь, но главное забери на себя всех. Дальше идем. Воет танчит босс, Женек трэш. Трэш начинаем лить, когда вышло первые 3 пачки мобов, чтобы ну, мы быстрее их слили. Дальше, это механика с трэшем. По самому боссу. Босса 2 спыла, это дыхание конусное. Ваша задача не стоять одним кемпом, то есть разбежаться вокруг, во всей арене, чтобы дуло не во всех сразу. Второй спел — это бомбы. Он телепортирует вас под себя, кидывает по арене бомбы. Бомбы взрываются в супер-мили-ренже. То есть вы должны очень близко к ней стоять, чтобы она вас убила. Вы находите свободную зону от бомб, становитесь и чилите. Обратите внимание, там будут закрываться проходы огненными стенами. Подойдете к стенке, вас убьет. Все, это весь босс. Нажмите еще раз, будет тестер сумон. Да, нельзя А у меня просто колом стоит. У меня я не могу не починиться, нихуя сделать. В этом Долоране ебливом. Я говорю, хитроблы с интернетом вообще лютый. Wi-Fi. Десятки еще более-менее, а вот, блядь, народу пиздец просто. По центру лестницы, зашли и бьем, по центру. Не, я скажу просто одну, это говорю. Я думал, хуже интернета, чем у меня, нету, типа, ни у кого. Оказывается, есть. Да это у кого что там у них сломалось. Уже второй день такая хуйня. Так-то обычно нормально все. Тут что-то сдиспелить надо, там объясни, с кого сдиспелить. Я так. Все сделаю. Вот. А я не сделал, на панели это сделал, нахуй. Маги есть, чарократ на панели, плюс скиньте, у кого есть. Хорошо, Лаксар, твоя задача с черепка забрать баф на себя. Поехали. Я скажу, когда. Я в этих лагах даже умудрился в шатры топошнуться. Невероятно. Ай. Душите просто. Каплю дал тебе на. Поставил, чтобы агро только с одного срывали. Кто-то вылез. Они что, кливают, что-то могу понять?
попадают, и буквально за трещину отвешивают. Кровотечение какое-то ебаное. Кровь пускает. Это тестер с нами? Он нам что-то релогает. Да, это с тобой, нам тут на этом.